Добрый вечер, зрители. Добрый вечер, зрители. Сегодня мы продолжаем смотреть, а кто ты, и играть за уникальную команду Хаос Тамбов. И сегодня против нас разожравшаяся команда Норсов. Так, секунду, я разберусь с чатом. Все. Что я могу сказать насчет команды противника? Команда раскачанная. Там есть очень неприятные дети с Клавсой, МБ, Гордом, Джаггернаутом, Брейктаклом, в общем, та еще скотина. Есть два тоже хорошо отъетых берсерка с МБ и ПО, главной убивашки противника, как я понимаю. Есть два, опять же, очень прокачанных раннера. Один с агилой, второй с мувом, ну и защитными навыками типа фенда, сайдстепа и так далее, и так далее. Очень интересные оборотни с блоком, ну, с блоджем, оба причем. Так, ну, давайте смотреть уже на поле. Вот тот самый Йети. Гард, Джага, Брейктакл. Естественно, его сейвят. Собственно, вот берсерки. Берсерки ушли. Один одного берсерка вообще почему поставили запольное? Непонятно. С МБ и ПО. Собственно, вот раз оборотень. Вот два оборотень. С блоджем. Раннеры. Вот оба раннера сбоку от Йети. Как видно, один с чем там? А, ну с Даунтлесом врожденным, естественно. С Агилой, Гордом, Доджем, Фендом, в общем, все как надо. Тут тоже Додж, Мув, Сайдстеп, тоже все как надо, в общем-то. Противник убрал за поле двух, видимо, трех, видимо, самых ценных игроков. Ну, в принципе, логика, конечно, прослеживается на этом решении. Но, в принципе, это может мне помочь доминировать на поле и поубивать просто больше народу, чем я мог бы, если бы они были на поле. Так. Даунтлес, Даунтлес. Окей. Значит, блицевать мы будем парнем без ПО, но с МБ и с таклом. Блицевать будем вот этого товарища. Лос будут разбирать два. Два ХВС без когтей. Он им там явно не нужен. Но с тентаклями, что пригодится, в общем-то. Плюс туда мы поставим штатного убивашку, которым сейчас пошить смысла никакого, ибо я получу в ответ фол в виде белоснежки. А вот ребят с когтями поставим куда-нибудь по флангам для прикрытия. Даже, наверное, как-то...
Там могут быть забегания на самом деле, так что двоих мы, пожалуй, поставим поближе вот сюда. Соответственно, блиц будет отсюда. И кажется, все. На самом деле, возить лос по линии скирмиша не очень хочется. В противном случае у меня там завязано 5 игроков. Спасибо, тварики. Так, пробоев пока нет. Ой, чё ж я творю-то, господи, ты боже мой. Ничего уже не вижу на поле. А, ну, я не привык играть с включенными навыками. Мне проще их выключать, когда они не нужны. Так. Там будет Йети. Картец. Здесь мы пойдем поближе к вот этому депешеру. В контакт. В целом, сейчас попробуем играть в контактную игру. И будем надеяться, что МБ начнет работать. Главное, честно говоря, вынести Йети, потому что он тут самый страшный. Это Клавса, это МБ, Гард, Джага, в общем, все очень жестко. Да еще Франзиа тут крайне неприятно. Этим мы сейчас и будем пытаться заниматься. Ту-ту-ту, главное, чтобы он мне сейчас никого не сломал. Иначе будет очень и очень грустно. Только интересно, почему я не поставил своего быстрого козлика на поле? Ну, ответ один. Я идиот. Что еще могу сказать? Так. Это карт. Это что это задумали здесь? Это что вообще? Это интересно. Это крайне интересно, я бы сказал. Блиц до Пэшера. Так, пробой? Пробой. Но это всего лишь пробой. Решение интересное. Что я могу сказать? Я бы даже сказал неожиданное. Я, конечно, сейчас им... Да, Райнер убежал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять.
Ах, то что ж. Интересно вообще. Да еще и пробой. Фу. Да это вообще наглость какая-то. Но придется рисковать. Ведь убивать в любом случае нужно. С ГФИ, конечно. Но тут мало что можно поделать. Сойдет. И теперь попробуем с ПО. С ПО не получилось. Так, здесь у нас может прибежать берсерк, что мне не очень нравится. А вот здесь стоит даже попробовать свалить. Опс. Ну, это будет аптека. И что будет с аптеки? Минус агила. Это приятно. Так, а внизу справа это где было, я не понял. Как я к Йети мог в эту точку... Единственное, где можно дать ассист. Нет, не вижу. Как бы у него города-то нет, в общем. А без города только в этой точке он мог дать ассист. Соответственно, ну, как-то... Сейчас тут, безусловно, будет очень больно моим забежавшим вперед игрокам, но это позволит мне поднять моих пробитых ребят. Вот Фрэнзи. Сейчас еще и от этих ребят получит. Так, тут дальше гардов нет, нужно ассист. А, нет, есть гард. Меня активно пытаются отпинать. Но не очень удачно. Но с другой стороны, тоже хорошо. Сейчас фактически противник лишился блица исключительно потому, что всех игроков, которым было хорошо делать блиц, он потратил на то, чтобы подвести ассисты.
как бы, по-моему, это просто отличный план, и меня в целом все устраивает. А теперь нужно немножко подумать, как мне выводить моего товарища из-под удара, что самое интересное. Ну, после того, как все встанут, естественно. Так. Ну, в целом, вот сюда блиц идея неплоха. Гард. Сюда толкаем. То есть сюда нужно будет идти. Ага. Пора идти вперед. Вот здесь мы прикроемся. Шаг в сторону, как-то я это не учел. Но так в целом меня устраивает. А вот тут я как-то накосячил, честно говоря. Но все хорошо. Уходим из-под удара оборотня. Ой, у меня же указания от блока. Идиот. Я же сейчас тут блиц получу. На одном кубе, правда? Ой, нет, на двух. Как-то я это не учел. Ой-о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 й. Заигрался. Надо сейчас сейвить срочно мяч. Тут тоже додж. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это очень неприятно. Этого я очень сильно не учел. Но я за сегодня, видимо, уже устал, честно говоря. Но чувствую, я сейчас потеряю меченосца. Да. Главное, чтобы не пробили. Так, зато мячик подняли. Это очень плохо. И ребята с таклами у меня не особо в наличии в данном случае. Так,
Куда я тут буду добегать? Да, это я очень некрасиво получил. Уф. Три. Сюда. Придется спасать ситуацию, освобождать игроков в первую очередь. Да, но с такими кубами особо не освободишь. Так. Прежде всего, блиц вот сюда. Дальше идем вот сюда. Фу. Это уже хорошо. Дальше. Еще одного сюда. Конечно, сейчас может быть дольше, я с этим ничего не сделаю, честно говоря. Но я буду надеяться на щупальца. Нокаут. А, блин, тут гард. Гард и додж. Надо было наоборот вставать. Ух, я накосячил. Да, я тоже понял, что он может. Там только проблема в этот. Вопрос в том, как... А, тут еще и ловкость четвертая. Ох. Как все неудачно получилось. Очень-очень неудачно. И теперь уже без такла. С доджом за нос. Ох, я накосячил. Так, убивашки, все нормально. Ладно. Ну, значит, первый тайм будем делать 1-1.
Очень я ступил. Мой косяк вот на все 300%. Ну хорошо, не время раскаиваться, посыпать голову пеплом и все в таком духе. Нужно играть дальше, не забивать. Да, естественно. Лос сейчас еще раз пострадает. Куда ж без этого? Ну, оставим все как есть. Perfect defense. И лоса бить уже не буду. Нужно на самом деле в защите тогда забивать. Но это будет тяжело, если я сейчас травм не накидаю. А травм мне уж будет накидать очень сложно. Так, пробой есть. А чего не делать? Нокаут есть. Ладно, прикроемся немножко. Примерно вот так. Подберем мяч. И без опенрежа пойдем вперед. Kiss the title.
This player likes to be well assisted in a fight. Так, ну это без МБ. Пробоя нет. Все хорошо. А вот это уже неприятно. И вот это неприятно. И вот это неприятно. И вот это неприятно. О. Ну, на пятом ходу это придется пропускать. Вот это очень было неприятно. Классы все меньше и меньше. Да что ж такое? Так, здесь мы, ребят, немножко притормозим. МБ работает не очень. Вот этот неприятный парень, который меня занес, должен пострадать, я сказал. Конечно, реролл трачу, как не знаем кто. Так. Ну, собственно, это и был план. Отлично. Этот парень уходит. Так, ну противника пока на самом деле в ноль игроков идет, учитывая колокола и у меня в ноль. Так что пока все очень печально. И очень печален тот факт,
что следующим матчем я сейчас немножко уточню. По-моему, у меня хаос, причем довольно неплохой хаос. Да, ветер перемен Хрема у меня. Хаос у него очень даже неплохой. И у меня на этот матч будет минус самый полезный игрок, по факту. Да, я как-то не учел его брейк-такл. Но это, конечно, в минус две зоны, но с пятой агилой. Эти ребята стоят на месте. Ну, посмотрим, что оппонент сделает. У меня еще есть два хода. На самом-то деле. Оборотень пробился. Теперь будем думать, что мы будем делать. Делать мы будем перевод на другой фланг. Так, парень с третьим мовом, пожалуй, никуда не побежит. Фланг. Да чтоб тебя! Да! Ну как так? Да еще и пробовали. Отличный план. Да чтоб тебе. Кажется, это счет 0-1. Just one more step.
4. Да. Занести мне, судя по всему, не удастся. Я сейчас еще могу получить второй. Просто замечательно. Просто жесть. Да. Просто прелестно. Да. Так, пас я уже не сделаю. Ну хотя бы могу попробовать. Не пропустить второй. Ага. Три раза. Да, матч явно складывается не в мою пользу. Сейчас подбор, пас и до свидания, в общем-то. Единственная надежда, что противник никто не встанет, он будет играть в минус один, и быстренько еще кого-нибудь сломаю. Но на такое рассчитывать как-то не очень. Так, первый реролл пошел. Ну, в смысле, реролл пошел. Подбор. Пословля. Фу. Это 0-1. Так, оппонент играет во все игроки. Во всех игроков. Так, под этим мы подставляться не хотим.
Это вот как-то так. Это как-то так. Это как-то так. Ну и как сейфти небольшое попробуем поставиться примерно следующим образом. Как-то матч складывается не очень в мою пользу. Так, что осталось у противника на поле? Самое главное. Оба раннера. Один из двух берсерков. Йети. Оба оборотня. Ну, в общем, в целом у него отсутствует только берсерк, довольно мерзкая линейка и обычная линейка. У меня же отсутствует практически самый ценный игрок. Это очень неприятно. Но тут быстрый снэп, это не сильно интересно. Да, кажется, сегодня я не выиграю. Ну, мне почему-то так кажется. Если не будет какого-то... А, да. И тут ПО. Пробой. И колокольчики в меньшинстве. Тут пробоя нет. Тут такое прикрытие есть, конечно. Ну, таринки, что поделать? Недостачи есть, тут никто не спорит. Ну что ж с этим сделаю? Я стараюсь как могу. Просто брать пока их не на кого. Все время какие-то более приоритетные вещи возникают. Так, окей, торопиться мы не будем, пожалуй. Так, кто у нас тут еще у него с гардом остался? Вот этот парень. Окей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Плохо. Сегодня все равно не помогает ни разу вообще. Something exciting's about to happen. Keep it here on Cabal Village.
Так, пробой есть. Пробоя нет. Так, окей, идем дальше. Здесь мы пойдем. Ах, чё я творю? Дебил тупой. А? Реал сработал, скотина. А, я думал, блин, это йети. Забегание. Очень неприятно. Что-то это все как-то очень печально. Сделаю вот просто как ребенка. Честно скажу. Да уж, это крайне неприятно. Даже что делать не знаю, честно скажу.
Да, прекрасно. Ну, однокубовый блок. Все, что остается, в общем-то. Так, с ревом додж. Это будет единица минус 1/9, примерно процентов 90. Да. Блин! Дурак! Придурок! Идиот! У него же тоже есть блок. Я же его не сдвигаю. Надо было реролл использовать. Ну это просто ни о чем. Ну и две шестерки. Прекрасно. Ну и это 2-0. Так, ладно. Да что? Честно говоря, я морально полностью уничтожен. Просто вот, я даже не знаю. Что делать? Ну, даже уже ничего делать не хочется. Ладно, сейчас будем пытаться сделать двухходовочку. И надеяться на везение. И шанс на то, что команда будет аркебузирована, все больше и больше.
Да ёп, понский ж ты бог. Просто отличный план. И стрелочки, стрелочки, стрелочки. Хорошо, но недостаточно. Так. Блин, опять я подставил меченосца. Как же я, блин, недооцениваю и их скорость. Я даже не досужил посмотреть. Да блин. Это провал. Если он сейчас не запарит на единичках. Шестерку нашел. Не пробил, слава богу. Чтоб тебя. Два, три, четыре. Раз. Ну, с другой стороны, я могу сейчас обеспечить тачдаун с, в общем-то, неплохими шансами. Но правда, это 2 кубика 3 плюс будет. Еще скат, конечно, хорошо упал. Не в тачдаун зону.
Так, теперь ГФИ. Так, будет перехват, но здесь перехвата быть не должно. Фу, ГФИ сработало. Отлично. И теперь вкладочка. Вот на вкладочку, видимо, нужен реролл. Теперь прикроемся от завального ГФИ. И надо заносить. Я остался, конечно, без реролов. Но счет 2-1. Ой, опять у него все встали. Да что такое? А вообще противник очень грамотно, конечно, сейвит Йети. Тут я могу его только похвалить. Его раннеров я так и не смог выбить. Три куба на эти, да, все круто. Что бы так интересно придумать? Что бы такое интересное придумать? Даже непонятно что. Ну и надо пробивать этого засранца, пока есть такая возможность.
Is the assist gonna be enough to come out on top? Ha! I was just getting bored! Так, рерола нет. Вообще, конечно, очень все это печально. Тут мало чего можно сделать, конечно. Раз, два, три, четыре, пять. В принципе, это может быть даже на пользу. Ну давай. Хорошо. А у него еще и блиц, охренеть. Раз, два, три, четыре, пять. The attacker has an assist. Так, что мы еще можем сделать? Так, пробой есть. Half an eye.
Что-то как-то это все очень и очень печально. Если он сейчас нигде не зафейлят, как я в свое время, то это финиш. Не, ну, тут и я накосячил, и мне критически не повезло, и матч явно не в мою пользу. Что я могу сказать. Все печально просто до нельзя. Ну, все кубы находятся. Чем прикрыться есть. И это за нас. 3-1. У оппонента по-прежнему полный состав, даже один запасной. И этот матч однозначно проигран. Честно говоря, меня это настолько злит, что прямо сил нет. Но победа, вернее поражение, заслужено. Тут спорить не о чем. Это все очень и очень печально.
That's a solid formation. I want to see the opposing team have a go at the ball now. Нет, только не сюда, а вот сюда. Ну, может быть, я в качестве гола престижа сделаю 3-2, но матч я проиграл абсолютно заслуженно, подставив меченосца в своей атаке. Потом, правда, было очень неприятно получить 1-1 на пас. Дальше атаку я их не останавливал, сам заносил, но из-за пропусков в атаке, собственно, сами видите, что происходит. Придется тащить следующие игры. Ничего не остается. Ну и опять же пробой не заходил, хотя я не знаю, что там по статистике. Так, кто у нас тут первым будет бить? Первым будет бить вот этот. Ах, неудачники. Ну, попробуем в качестве мести сломать ему бронированного Норса. Это неинтересно, нокаут. В целом, как и предполагалось, все решило пробой, ну и моя ошибка. Пробой у меня не заходил, оппонент очень даже. Ну и, конечно, мой косяк и глаза змеи там, где не надо, решили исход игры. Прокачал я игроков немного. Оппонент сильно лучше в этом плане. Ну, в принципе, 20 пробоев. Из них куча нокаутов, только одна травма. В целом, вы все видели. Кажется, в турнирной таблице я остаюсь... Сейчас скажу, минус один. Ну, где-то на третьем-четвертом месте. И мне нужно будет очень... На четвертом-пятом даже месте. И мне нужно будет очень сильно догонять. Так что шансы на то, что... Команда Аркива будет активизировано по окончанию сезона, очень большие. Всем спасибо за просмотр. Приходите еще.
и будем наблюдать за продолжением сезона. Всем пока!